В этом видео я показываю круг, на котором с одной стороны у меня цифры, а с другой имена. Это для проверки. Я его назвала проверочный круг, для того, чтобы проверить, правильно ли работает маятник. Задаю количество лет и как меня зовут. Здесь цифры, здесь имена. И вот задаю вопрос своему высшему я. Как меня зовут? Ну, отвечает Наташа, здесь цифра. Теперь задаю другой вопрос. Сколько мне лет? Ну, здесь понятно, что совсем не 55, а 54. И с обратной стороны имя. Поэтому я знаю, что маятник работает правильно. Другой вопрос контролирующий. Благодарю. Допустим, чтобы убедиться, нужно повернуть снова на центр. Снова задаю те же вопросы. Как меня зовут? Ну, понятно, что Наташа. Благодарю. Другой вопрос. Сколько мне лет? Ну, опять показывает туда же, на 54. Можно задать другой вопрос, который будет соответствовать да или нет, независимо от того, если нет, расположено так или так, да, или мы поворачиваем, все равно он будет отвечать так, как здесь написано, так, как здесь расставлены цифры и так, как здесь расставлены имена. Если даже мы круг повернем, все равно оно будет указывать правильно, так, как написано и так, как действует, как соответствует действительности. Ну, думаю, ответила на вопрос, как я пользуюсь маятником. Так, и еще у меня есть такой кружочек, подготовила. Это я делаю спонтанно, просто рисую на свободном листке и все. Вот по уровню К минус и К плюс. Тоже с этой стороны круга цифры 1, 2, 3, К минус. С этой стороны, ну, до 5 написала, К плюс. И вот, задаю вопрос высшему я. Определить уровень кармы у меня.
Показывает К+, как и подтвердил Игорь Ткаченко. Благодарю. Я не претендую на звание мастер в этом деле. Я сама еще новичок. Ну вот Игорь подтверждает правильность по определению уровня К и уровня Ра. Он подтвердил, что уровень Ра у меня 12 и уровень К у меня 2. Всем удачи. Спасибо. Видео, как я определяю свой уровень Ра. Я обращаюсь к своему высшему Я и хочу знать, сколько сейчас у меня уровень Ра. Ну вот показывает 12. Специально так цифры изобразила, чтобы амплитуда правильно показывала, чтобы с обратной стороны не было цифр, а было понятно, что это 12. Поэтому цифры идут так сверху, а здесь пусто. И здесь вот две линии, которые пересекаются в центре. В центр ставлю «благодарю», в центр ставлю кольцо свое. Эта линия говорит мне, отвечает на вопрос «да», эта линия «нет». Ну, такие вот я круги черчу, когда задаю вопросы, и мне нужно получить ответ. Видео для Игоря Ткаченко по вопросу о Новгороде. Вопрос к моему высшему Я. Сколько Ра было у Новгорода до внимания Игоря Ткаченко? Видно, амплитуда 7. Сколько Ра у Новгорода после подсчета Игоря Ткаченко? Ну, я думаю, всем видно 11. Благодарю.